Всем доброго времени суток. Решил я сегодня что-то прийти попробовать на танага половить. Так, сейчас оснасточку привяжем, тесто разведем и посмотрим, что у нас из всей этой канители выйдет. Оснастки у меня хранятся вот на таких мотовильцах. Сам делал зимой. Вот такая удочка. Вот такая оснасточка. Наверное, надо будет немножко укоротить что-то. С леской переборщил. Да нет, в принципе, нормально. Будем пробовать. Как бы до воды только добраться, чтобы развести-то. Сейчас как-нибудь подлезу там подальше. Так, ну сейчас посмотрим, что для начала нам развести. Так, вот этот сейчас разведу. Разводится очень просто. Берется стаканчик, открывается. Там у нас есть вот такая мирная ложечка. Берете ложечку при кормочке, насадочке. Берете такую же ложечку воды. И размешиваете до получения однородной массы. Потом маленько ждете, и у вас получается готовая насадочка. Примерно вот так. Затем берем нашу оснасточку. Цепляем такой кусочек и закидываем. Пробуем ловить рыбу. Ложечку вытираем и убираем обратно в баночку. Ждем поклевки. Вдруг кто-нибудь доплюнет. Лучик тоже сам делал. Бусинки сам делал. Ну как делал? Красил со стопоров. Попробуем
больше насадить. Клевочка какая-то была. Может, кто-нибудь клюнет еще, не дай бог. Поклевать пытается. Теребит кто-то. Ух ты. Стук, стук. Кто-то интересуется. Опа. Как ни странно, но это окуняра. Это что такое? Сегодня какие-то танаговские окуняры клюют. Это что такое? Самая танаговская рыба. Танага окунь. Ну, все равно весело. Танага окунь крупняк. Сегодня у нас микрофишинг. Бели нету, не хочет, тесто не работает. Нашел червяка какого-то на берегу, хоть окуньков подергаю. Нет, не всех. Опа! Да. Это на
Агакуняр. Ну, хоть не так тоскливо. Ого. Да что ж такое? Я сегодня взял подсак. Опа! Вот такая плотвичка. Вот сфотать. Все-таки работает помаленьку, начинает микрофишинг-то. Помаленьку закругляться. Первый выход с микрофишингом, можно сказать, состоялся. Самая микрофишинговая рыба — это у нас окунь. Ну и поймал одну плотвичку. На тесто рыбы еще клевать отказывается. Нашел тут пару червяков на берегу, вот на них еще вроде как-то пытается поклевывать. Ну и то за 2 часа тут 5-6 рыбок, то есть только-только начинается. В самой реке вон вода еще мутнющая. Ну а так рыбка уже помаленьку вроде как пытается заходить. Ну все, 2 часа тут посидел с поплавочечкой. Красота! Подсак не зря взял. Потому что зря. Обычно, когда подсак берешь, рыба не клюет. Ну, сейчас еще посижу минут 15 и домой пойду. Так что на тесто еще рановато. Вода еще холодная, рыба еще на растительные насадки не очень хочет. Были какие-то такие непонятные тычки. А вот животные, червяка, более-менее как-то еще. У меня там тесто есть еще с мотылем. Особо-то не брал с собой, так, чисто разведка. Можно будет попробовать. Вот такой сегодня получился микрофишинг. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. На этом всем пока.